Хабаровском крае к реализации проекта по безотходной переработке леса приступила компания «Гавань Леспром», являющаяся первым резидентом территории Советской Гавани. По соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока, инвестор вложит в проект около 70 миллионов рублей. Современный производственный комплекс создается в поселке Майском. В настоящее время резидент готовит цехи к установке оборудования, выравнивает площадки, монтирует освещение. На предприятии установят лесопильную линию для производства круглой древесины мощностью 2250 кубических метров готовой продукции в месяц. В декабре из города Кирова поступит первая партия оборудования для цеха тонкоствольной древесины мощностью до 1700 кубических метров готовой продукции в месяц. Сотрудники совместно с руководством предприятия будут проходить обучение на новом оборудовании без отрыва от производства. Помощь в этом им окажут кировские специалисты. До конца года на работу будут приняты 18 человек. Всего проектом предусмотрено создание 76 новых рабочих мест. В рамках масштабирования производства «Гавань Леспром» планирует расширить производство топливных гранул. Для этого в 2019 году будет приобретено дополнительное оборудование, а склад готовый переоснастить под теплый цех. Напомним, режим свободного порта «Владивосток» распространен на территорию Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в июле 2018 года.